Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. Так, поехали. Зайдем в квесты и посмотрим, что у нас тут. Так, выиграйте бой 3 раза с бойцом Кольт. Колет или Газ, понятно. А здесь у нас нанести 100 тысяч единиц урона бойцом Кольт, опять же, Джеки и Гром. Так, здесь Фрэнк, Эдгар, Бас. Тут у нас Морти, Стик и Би. Я думаю, что мы можем с тобой сделать вот это задание Кольт. И вот здесь тоже Кольт. А где нам лучше подраться? Горячая зона. Да, если бы она у нас была. Ну, посмотрим. Давай-ка глянем, есть ли у нас горячая зона сегодня. Ага. Нету, друзья мои, никакой горячей зоны мне не дают уже который раз. Нокаут, ограбление, вот это есть. Блин, а вот горячей зоны, к сожалению, нету. Ну и что прикажете делать мне? Ладно. Раз нету... Слушай, а мы можем обновить, в принципе. Кстати, смотри. Нокаут или дуэли. Броубол или дуэли. Дай-ка я обновлю вот этот квест. Горячая зона. Блин. Ладно, пойдем в нокаут. Берем кольта и идем в нокаут. Так, где у нас кольт? Так, кольт здесь. Ну и пошли тогда, наверное, я в нокаут. Ох, друзья, я не знаю, что получится. Ну, будем надеяться, что все пойдет хорошо. Ребят, я так понимаю, новый персонаж какой-то здесь. В игре опять какая-то мышка. Так, Эдгар, блин. Я не знаю. Пойдем смотреть, что у нас получится тут. Так, я понял. Так, Эдгар там, да? Эдгар, Эдгар, Эдгар. Мы, короче, ребят, никто из нас не решается. Двоих в минус. Так, ну что, он там остался один тот заморозчик, да? Да куда ты стрельнул, Рэй? Ну нафиг ты так лупанул-то, блин? Я куда-то, ребята, ультой начал бомбить. Ну и, соответственно, он меня чпокнул в этот момент. Ай, сам виноват, фиг ты сделаешь. Ага. Че, хочешь сказать, сейчас двоих или разнесет? Так, подожди. Эдгар, блин. Воу-воу-воу-воу. Понятно все, я один, значит, против этих хламонов, да? Ага. Так, окей. Окей. Ну и что он там? Блин, а там он еще один в кустах был. Поджидал, так скажем, меня, да? Что такая музыка? Музыка весельчака? Так, Эдгара, блин, надо... Ну куда ты, Леон, лезешь-то? Пиу-пиу, вот и пиу-пиу-пиу. Нормально. Пиу-пиу-пиу. Разнесли, короче, этих хламонов. Так, кольт у меня скоро, друзья мои, 15 уровень получит. О, как. Супер редкий. Но здесь ничего хорошего нам не выпало. Ну что, друзья, газуем дальше? Фиг ли нам еще делать? Отыграем кольта по полной программе.
А там уже будет видно. Так, кактусенок. Блин, опять этот краб. Пойдем посмотрим. Так, мы стоим здесь. Ну вот зачем вот он туда залез? Ну зачем ты... А, это ворон. Ворону крышка, ребят, по ходу дела. Насколько я понимаю. Твою налево, размен. Размен несправедливый, если честно, получился у нас. Пиу-пиу. Все время мне, блин, достается постоянно. Есть. Так, остался один кактус. Ну, с вражеской стороны, я имею в виду. Вот ворон очень сильно рискует. Да, грохнули его, что ли? Ну и прекрасно. А ну и прекрасно. Да, конечно. Кто у них там остался? Блин, у них там остался дофига еще, ребят. Кто? У них остался краб. Погнали. Ау, ау. Ну что я туплю? У них остался Макс. Это же Макс? Да ладно. Ворон там, ать. Наклонился такой, готов. Окей, ладно. Угу, 15 уровень, 20 блинков. И выиграли бой 5 раз уже вы... А, это, наверное, 5 раз надо было противников уничтожить. Так, ладно. Давай-ка мы посмотрим, что у нас там еще остается. Так, 60 тысяч урона. Так, ну тут понятно, надо кольтом выигрывать. А, тут 100 тысяч единиц урона надо нам нанести. А если я еще раз обновлю? Может, дадут все-таки нормальное какое-нибудь испытание? Нокаут. Ну, в принципе, мы в нокауте, поэтому давай попробуем выполнить и то, и это задание сразу же. Ой-ой-ой-ой-ой, Эль Прима тут. Не сказал бы, ребят, что хорошая команда, особенно с моим, с моей помощью. Эль Прима тут. Эль Прима, ну ты, конечно, да. Ну вот куда он пошел? Вы сейчас завалят же. Ну, конечно, завалили, друзья мои. Конечно, завалили его. Я ничего не успел сделать. Чисто тупанул, друзья. А вот этот пошел на... Он просто пошел, ребят, на снаряд. Ладно, у меня есть ульта. Может быть, через ульту сейчас и получится. Так. Поехали. Да ядрен матрен, ну. Да какого же лешего-то? Опять этот Эль Прима, ребят, отдуплился. Ну давай ты. Мне хана. Мне хана, меня зажали вдвоем. Ну и что ты там стал-то, ну? Мухобойщик, он сейчас завалит. Да. Не успел он бежать. Ну я тут, конечно, вообще тупанул. Особенно с ультой. Куда я ее пропшикал? Выстрелил и даже не попал. Там черкашом буквально задел и все. Не чтобы бомбить, когда он в кустах был. Там бы 100% бы его можно было размазать. Не понял, там Фрэнк, что ли? Просто Фрэнк, МЗ и... Как его? Колит, Калит, Калич. Так, опять ворон у нас. Так, вот этого хламона надо гасить, ребят. Неповоротливого, я имею в виду. Так, что-то они тут...
Ну, меня размозжили. Ну! Тупой ворон, куда ты попёр-то на него? Блин, ну... Да. Так. Ворон, конечно, тут... И я один, да, остался? Не, дорогушечка. Так, гриф. Отлично. Что там пиу-пиу-пиу? Никакого пи-пи-пиу. Зачем этот-то лезет, блин? Я не понимаю, зачем они лезут, блин, на Фрэнка? Ну, глупо же, друзья мои, ну... Ну сколько раз можно, блин, уговорить, что... Ну, Фрэнк, это же, блин... Машина для убийства, блин. Готовы. Замечательно. Так, 60 тысяч урона нанесли. Нужно еще, ребята... Сделать задание, где 100 тысяч единиц урона. Так, мы билет с тобой заберем сейчас. Это гарантированно. 1000 монет, неплохо. Неплохо. 1000 монет пригодится. Подожди-ка, а что там дальше? 100 кредитов, что ли? Ну да. Плюс легендарная звезда. Так, секунду, я гляну сейчас. Горячая зона. Так, за кольтом мне надо еще, ребята, выполнять задание одно. Вот это вот. А потом уже можно будет... Ну, тут фиг его знает, за кого тут сыграть. Можно обновить ранговые бои? Ой, газ, блин. Нокаут. 5 раз. Окей. Отыгрываем здесь за кольта, потом берем какого-нибудь другого персонажа и идем дальше в нокаут. Так, у врага Карлушу я видел, газ и ворон. У нас тоже ворон. Что-то, ребята, в последнее время я смотрю, ворон в мете попадается очень часто. Что бы это означало? А, ребят. Что бы это могло значить? Газ, ну куда ты пошел? Ой, газ, гриф, блин. Ну, гриф, короче, подставился. Что могу сказать? Так. Не хотелось бы, друзья мои, попасть под... Под что? Под отравляющие ножи. Вот, смотри, 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 сейчас отравление будет. Нет, ворон вылечился. Так, там Карлуша. Опа! Ворон, уйди оттуда. Иди, попал, блин. Да куда ты стреляешь-то? Так, ребят, зона чувствую сейчас будет. Куда ты пошел, блин? Понятно все, короче, с этим дурачком. Так, а меня зона, ребят, гасит. Да куда ты пошел-то? Ёпрысоты, у них ворон сдох. Ох, я тут сам, ребят, лопухнулся. Ну чё стоим? Придурки, чё стоим, говорю, блин. Так, опа, опа. Вопрос, ребята. У этого чё, блин, как его звать-то? У Карлуши, чё у него там за мотыга, которая меня просто добила, ребят? Ну, ему крышка нет, как думаешь? Ворону этому. Крышка. Я так и не понял, с какого перепуга Карлуша бросил свою кирку и меня ей снесло, ребят. Да куда ты стреляешь-то постоянно, блин? No way!
Блин, у меня отравление это еще долбанное бомбит. Сейчас попробую суперзарядом бомбануть, может быть. Если кого-то увижу напрямки. Увидел напрямки, блин. Опа, на. Воронок-то где, смотри. Так, ворон, ну куда ты? Понятно все, короче, с этим Карлушей. Я не знаю, что с ним случилось, но... Я даже ноль. Я никого не подбил, один ворон здесь уничтожил. Так, ну нам надо еще, ребят. Уж извините. Редкий. Редкий, но меткий. Давай, сейчас вот точно сделаем задание. Выполним уже. По крайней мере, про 100 тысяч урона. Оу. Не знаю. Выполним ли. No way. No way. Меня разнесло все, ребят. Почему я, блин, подумал, что у него бомбы летят это? Надо было не так вставать-то мне. Не так. Надо было, как вот они бегают. Так, ну что, я так понимаю, не зону. Я вообще... Эль Прима, ну! Есть. Она сейчас доиграется, ребят. Ох, доиграется, Пайпер. Пипец. Ну куда вы? Ну что вы? Ну. Да не лезь ты туда, ты же видишь, что там, блин. Ну вот. Сейчас будем смотреть, блядь, что получится здесь. Победушка у нашей команды. Эй. Че так с лифта идет быстро у меня, а? Этот Эль Прима стоит здесь, что ли, для того, чтобы выманивать? Я не могу врубиться. Воу-воу-воу, вот это подловил. Вот это, не стойте там. Нафиг они вдвоем-то там встали вот здесь-то. Ну, ёпрст, он правильно, он бросил сюда за преграду свой снаряд, и все. Так. Лучше бы нам отойти, если честно. Так. Ха-ха, дуралей. Давай, бомби! У меня патроны кончились, ты прикинь? Так, ну я эту... Блин, смотри, один на один. Как думаешь, кто кого? О-о-о! Профукали. Зачем он тут отошел от своей этой-то пулякалки, я не понимаю. Стоял бы рядом с ней, да и все. Так, ребят, ну что, два задания выполнены. Так, билеты, это 100 кредитов у нас, да, получается? Так. Так, что у нас там по заданиям? Давай смотреть. У нас нокаут, да? Потом, дай-ка вот это вот обновлю. Да пипец, блин, а? Парное столкновение. Да не хочу я в парное столкновение идти, вот, если честно. Так, ну что, смотри, здесь у нас Пэм, Эш или Берри. Берри бы, конечно, хотелось бы, ребят, но он у нас не прокачанный. И поиграть за него. Мы в прошлой серии потестили их. Поверхностно, так скажем.
А что я там взял? Взмах хвоста Берри отбрасывает врагов и восстанавливает ближайшим союзникам 800 очков здоровья. А второе там что? Область... Нет, я, наверное, оставлю как есть. Давай попробуем. Нам в нокауте же нужно, да, еще, по-моему, что-то там сделать. Ага, 15 врагов победить. То есть мне еще нужно, получается, 10 вырубить. Я пойму, это мышка в какой-то... В буровой установке, что ли, находится? Бул, Брок и Шелли. Ну пойдем ты, не бубни там уже. Что-то как-то... Я даже ничего не успел сделать, если честно. Он какой-то медленный, или мне кажется? Почему он так медленно ходит? Ты крутится, смотри. А это колет, да? А, ну да. У нее же этот мощный рывок. Да, даже он у нас второй уровень получил. Красота-то какая. Давай, very, very nice. Говорит так зато, как будто вот-вот уснет. Слушай, смотри, тут какие-то эти. Так, я вам смотри, ребят. Эти висят. Как там, не заглотыши? Вообще на изи, мы просто их закидали, ребят. А, у нас правильно, у нас весь отряд закидушек. Смотри. Просто остается там би. Была, да сплыла. Причем из моих снарядов ни один не попал. Но, тем не менее, третий уровень есть. Так, еще получается нам нужно два поединка выиграть. А как говорится, у нас главное, ребят, идет прокачка и все. Мы выполняем задание, плюс идет прокачка. Я считаю, что это вообще самое оптимальное для нас. Так, Эш. Так, ну что, отряд вот из двух закидушек у нас получается. И Эш, это ближний класс. Ну, я не знаю, ему, наверное, будет тяжело здесь, ближний к вот этому. Да, что-то би застряла, побежала, на шипы наткнулась и... Ничего хорошего не получилось. Так, ну это понятно. Ему пофиг, он танк, ему по барабану. Он может и по шипам бродить. А вот мне далеко не по барабану. Но. Так, четвертый уровень, шикарно. Мне еще 6 врагов нужно бомбануть. Если ты хочешь знать. 6 врагов. Такие эти там довольные смотрят вниз. А кто-нибудь получал уже эту мышку Мо? Ребят, какой-нибудь есть? Пишите в комментариях. И как вам этот новый персонаж мышка Мо? Так. Ну, шикарно, что я могу сказать. Идем. Я буду их закидывать мороженым всех. Ну вот это-то зачем ты делаешь, Рейчик? Смотри как. След остается. Ну, это красиво было, конечно. Ну, давай их сразу же. Так, ну а я получаю 5 уровень и выполняю одно задание. Так, мне нужно еще, ребята. Еще нужно нанести урон. Эпик и Динамайк. Так, подожди секунду.
Ну, я, получается, выполнил. А, нет, не выполнил, ребят. Не выполнил. 15 врагов нам нужно еще. Ну, не 15 уже, конечно, а 11. Это Барри? Новый скин, кленовый Барри. Нужно больше опыта. А, Бравл Пасс, понял. Так, ну что, ладно. Новый скин на Барри, ну бог с ним. Конечно, хотелось бы, ребят, с легендарного выбить персонажа нового, но в прошлой серии мы с тобой трех персонажей получили. Так, ну у нас, в принципе, команда неплохая. У нас закидушки, как обычно, ребят. Пингвиненок, все дела. Роза. Розе-то будет плохо здесь. Точнее, этой. Да. Закидали мы, короче, тут Биби. Ничего она там даже сделать не смогла. А, у них там еще и Нита. Фу ты, ну да, Нита. Готово. Она готова, она готова. Да ладно, совсем чуть-чуть не хватает. Так, нам нужно еще тут три врага победить. И здесь получается еще 8. Так, я скоро там получу еще награду. Угу. Так, ну что же у нас тут? Опять этот сопляк, а? Почему он меня так раздражает? Сопляжуй? Не знаю, ребятушки. Я так понимаю, он здесь стоял, да? Упс, хорошо у меня там. Блин, я хотел на ульту поймать, а видишь, их уже разнесли там. Да, он здесь вот был как раз. Шестой уровень. Так, я еще два задания выполнил. Ну, билет-то я уже вряд ли получу, конечно. Такс, давай посмотрим. Еще трех врагов нужно победить. Жаль, что нет горячей зоны. В ограблении. У нас ограбление есть, оказывается. А что я туплю? Подожди, ограбление? Победить 15 врагов в ограблении. Пойдем, ребят, попробуем. Я, конечно, в ограблении вообще полный профан. Сразу тебе скажу. И персонаж этот не подходящий для этого задания. Видишь, никого дали. Они взяли всех дальников, ребята. Кольта. Чтобы бомбить издалека. Я тебе так скажу. О, он еще идет. Готово. Нафиг я подставился-то, господи. Я сам виноват там, подсав. Вот сейчас бы вот моей команде бы не помешало бы, ребята. Да ну, идите вы в баню. Это уже начинается, ребят, с пиццом.
Нифига. С какого, блин, перепуга-то, ну? Ребят, ну вы понимаете, что у меня сейчас тут кранты будут. Понятное дело. Да пойдем ты. Там 4% всего лишь осталось. Добили, красавчики. Вот как это вот прям вовремя, ребята, а? Так, 7-й уровень. Ага, блин, чуть-чуть не хватает буквально. Так, что у нас там получается? Это я не туда пошел. Я троих только победил. А нам нужно еще 12. Но этого персонажа мы уже отыграли, поэтому, ребят, здесь либо Фрэнка брать. Может быть, взять Тика. Как думаешь, Тик здесь нормально? Это бубнит, бубнит что-то. Непонятно. Во время следующей атаки количество мин тика увеличится до 6. А тик получает щит, снижающий урон на 50% в течение 1 секунды после окончания времени. 6 мин. Ладно, я попробую за тик сыграть. В ограблении. Ну давай попробуем в ограблении. Но если опять сейчас начнет вот этот вот разрыв соединения, то потом... Воу-воу-воу-воу, Динамай, Кольт, блин, Карлуша. Пэм, пошли. Ага. Зря мы, наверное, идем вот так по одному. Надо идти так всей кучей. Ну, Пэм молодец там. Наяривает. Ну, 60% снести, ребят, уже неплохо, я считаю. Подери. Трухлявый пень, блин, подбил. Я просто пошел, ребята, как раз навстречу выстрелом его. Давай, давай. Я щелкунчика, ребят, врубаю. Так, ну что, 20%, 19%. Ну, есть шанс выиграть нам. Так, Кольт. Двенадцать процентов, ребят. 12, 11, 9, 6. Ага. Замечательно. Динамайк такой выбежал. В него снаряд прилетел. Ну нормально. Ай, чепушило. Так, ладно. Давай еще. Поехали, Тик. Некогда расслабляться. В принципе, неплохо, ребят. В ограблении за Тика... Закидывать бомбами, ну да. А вот тут, вот, о! А вот, ребята, и та мышь самая, которую я хотел посмотреть. Что она делает, интересно мне знать.
Короче, вся волокита происходит именно здесь, на их территории. 66%, я думаю, что это неплохо. Так, у меня есть... Так, ну, мышь, я смотрю, ребята, у него ульта, у него мыши что по поводу... Так, там, по-моему, кто-то сидит, да? Блин, только одна бомбочка сработала. Так как так-то, блин? Фига себе! Да погнали, ребят! О, без вариантов. Да сейчас еще сольемся, прикинь. Я офигею, блин! Ты чмо, блин, не мог что ли подбить вот эту херовину его, блин? Я не понимаю этого дебила, блин. Вот этого трахнутого в одно очко, блин. Ёпты, бегает там, ну что, не можешь что ли, блин, подбить эту, блин, фигню, блин? У меня, блин, снаряды, я пока, блин, кину, пока он взорвется, и сколько времени пройдет. А это там бегает, жопой своей виляет. Да, он, блин. Я офигею просто, а. Блин, херово вот этого подпускать, ребят. Напрямки-то. Ладно, Эдгар там, в принципе, должен разобраться с ним. Надеюсь. Да взорвись на моей бомбе! Да уж, разобьется он на твоей бомбе. Ну там понятно, да, там уже идет этот, грубо говоря, на прорыв, на пробой. Этот придурочный вымораживает меня. Ну, нормально, нормально, ребят, побомбили. Сколько у них? 28%. Я считаю, что это круто. Они, правда, сейчас сюда подсосутся все. Да, блин, я же... Давай, 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 Эдгар. Блин, Эдгар. Эдгара слили. Ну давай, бей! Отлично. Ну, что могу сказать? Эдгар красавчик здесь, в принципе. Нормально так побомбил по сейфу вражескому. Блин, еще 5 врагов нужно. 5 врагов. Чё-то как тут... О, тут уже что-то получили. А, 200 монет. Новый рубеж. 100 силы, блин. Да, ребят, 100 силы. Новый рубеж. Блин, пушкарь это плохо. Пушкарь, если он вылетит здесь, он может наносить колоссальный урон. Вот здесь вот, если он возле пушки будет вылетать. Ой, возле сейфа. Так что, как бы, такое себе удовольствие, на самом деле. Тут у него еще Барри. Thank you.
Кто кого, что ли, передамажит, я так понимаю, да? Твою мать. Это Биби, что ли, не могу понять. Так, 33%, 30. Я как это, как щелкунчик, блин. 8%, друзья мои, 8. Я сейчас, блин, офигеюсь, и мы в слив пойдем. Есть. Расфигачили. Да, это Биби было. Вместо биты у нее чупа-чупс. Я всего одного подбил. А, Рейд, ну что это? Несерьезно. Ну что это, ну? Один. Нужно еще одного, и там трех. Точнее, даже четырех, пять нужно в общем количестве. А, пойдем. Так, там Бул, Барри. Опять, короче, ребята, дальники. А это что у нас? Блин, у нас тоже. Ну посмотрим, что получится. Мне кажется, тут слив будет почему-то. Судя по тому, как я тут сдох моментально. Да и не только я, походу. Вся команда у нас что-то дупляется. Просто прямой наводкой, что ли? Смотри, что делает. Да, ребят, на ульту работаю. Они на ульте делают нас. Просто закидывают. Пипец. Что у него за урон-то такой охрененный просто, ребят? Короче, поджидает, пока накопится ульта и все, я разъясню. Наш Бул здесь вообще ничего делать не смог. И я тут со своими бомбами тоже бесполезен был. У них Барли слишком больно бомбит, потому что меня лично сносит практически с одного удара. Мне тут помощь. Блин, ну опять же, ребят, вот хмырьё сейчас будет, блин. Из-под тишка лезть. Паровозики, все дела, блин. Опа! Ты смотри, что тут вытворяет. Ну хоть кто-нибудь там сюда при... Не, ну тик вообще, ребят, не предназначен для вот этого. Его бомбы — это полная параша здесь. Но мне надо выиграть, ребята. Один бой нужно сделать, чтобы за него закрыть квест. Подожди, сколько там? Подожди-ка секунду, сейчас посмотрим. Ну, я могу, в принципе, взять Мортиса. Мне же не обязательно тиком. Давай Мортиса возьмем. Или Би. Нет, лучше Мортиса, наверное, возьму я. Потому что, ну, вообще он здесь никак. Вот тик, ну, никак, ребята. Блин, вот взял Мортиса, тут этот сразу появляется. Пойдем, прытик до найт. Mortis, the mortal.
Ну эту-то козлину-то, чё не вы... Пошли, блин. Кто там бомбит? А этот стоит там, сопли жует. Куда ты прыгаешь-то? Да. Нас там кто-то разбирает. Кто там разбирает? И кто это? Что это там было? Я даже не вижу нифига, блин. Там, походу, дело турель поставила. Вот эта охламонка. Естественно, ее никто даже подбивать не стал. Естественно, ребят, даже никто подбивать ее не стал. Ну, что у нас тут? Давай посмотрим. 100 монет, блин, спасибо большое. Так, ну мне еще одну победу нужно закрыть, ребят. Все, в принципе. Я офигею, блин. Она поставила турель, и даже никто на нее внимания не обращал. Я не буду, ребята, помирать ради этой турели. Ну, чтобы лететь назад. Я вот о чем. Это должны были они делать, когда отдупляются, прикрывать. Они этого ни хрена не делали. Ну, хрен с ним. Ты будешь делать, придурок, свой урон, блин, или нет? Я про своего персонажа, блин. Дебила этого, блин. Ну давай, Бибит. Ага, я понял, там стоит хмырь. Ты серьезно сейчас, блин, а? Я офигею. Пошли. Да ёб красоты, блин. Погнали, быстрее. Ну! Биби, блин! Ты не тупи, тварь, блин! Бомби, блин! Стоит там, сопли жует, блин! Даже ударить не может, блин! Отлично! Фух! Так, ну что у нас там получается, ребят? Нет, там еще есть задание, в принципе, за газа и... И что-то там еще у нас. Угу. 100 тысяч единиц урона газом и Фрэнком, Эдгаром или Базом.
Да я думаю, ребят, наверное, на сегодня будет достаточно моих нервов. Уже продолжим тогда в следующей серии, друзья мои. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.